Как сделать из вощины свечу сердечко? Отрезаем от листа вощины два прямоугольника. Я взяла размер 4 сантиметра на 20. Эти прямоугольники мы будем разрезать каждый по диагонали, чтобы получить длинные треугольнички. Работать удобно ножом. Вощина тонкая, податливая, мягкая, легко режется. Из второго прямоугольничка нам понадобится только один треугольник, чтобы в итоге у нас их получилось три. Также от листа вощины отрежем еще прямоугольничек, не превышающий высоту свечки, то есть в данном случае не выше 4 сантиметров, можно ниже. Также нам пригодятся фитильки, конечно, это у нас хлопковые нити. Их мы по очереди впечатываем в край треугольничка и начинаем закатывать вощину трубочкой, следя за тем, чтобы у нас получалось ровное основание свечки. Нижний край идет по ровной линии, а верхний формируется, оборачивая свечку, вот в форме такой елочки, пирамидки. Также мы поступаем со второй свечой, слегка впечатываем фитилек в край и начинаем заворачивать. Так мы выполняем три свечки. Отрезаем излишки фитильков, чтобы у нас они получились не больше сантиметра, больше ни к чему. Можно немного обернуть каждый фитилек воском. Для этого мы берем маленький кусочек вощины и просто обминаем вокруг фитилька пальцами. Ставим свечечки вместе, получается такой треугольник, и оборачиваем отдельной полоской вощины, которую заготовили. Этой полоской мы формируем сердечко из свечек. Материал очень податливый, принимает удобно любую предлагаемую форму. Излишек воска можно отломить или отрезать. Слегка сомнем уголок, запечатывая пальцами край изделия. Получилась вот такая милая свечка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.